Друзья мои, я в некоторой растерянности, потому что никогда в жизни и не думал издавать свои вирши, никогда к этому не относился как к серьезной продукции, это всего лишь, как мне казалось, повод для пения. Но мои коллеги, соратники с таким рвением взялись за это дело, что я совершенно не ожидал, что эта книга так быстро напечатана, что она, пожалуй, будет даже раскуплена. Спасибо вам большое за то, что вы откликнулись. Спасибо коллегам за то, что они все это дело затеяли. Повторяю, я в смятении. Для меня огромная неожиданность и большое счастье, что вы проявили такой интерес к этому изданию. Надеюсь, вы не будете разочарованы этой книжицей. Большое вам спасибо. Люблю вас. Целую, обнимаю. Пока.